Всем привет, ребят, вы на канале Маргулица. Мы продолжаем проходить Silent Hill Origin. Добрались мы, значит, в прошлой серии до мясницкого отдела. Давай посмотрим, что тут есть. Погулять надо по городу. Кстати, по карте. По карте у нас. Ну, вот сюда. Cedar Grove Sanitarium. Ну, это, так понимаю, психиатрическая какая-то лечебница. Ну, значит, туда и двигаем, что. Аккуратненько, совершенно не деформируясь. Заглядывая желательно во всякие... Так, патроны для спортивного пистолета. Энергетический напиток. Там кто-то топает. Здрасте. Здрасте, приехали. Что это такое? Кто-то написал на парковочном билете. Теперь она спит. Валим. Валим от этого мужика. Ну, как правило, это бывает. Много чего не видно впереди, из-за тумана. Он бегает, он такой себе. Слушай, какая-то коробка. Это такое? Ящик. Им тоже типа биться можно, да? И палочку возьму. А то ж. Так, где я нахожусь? А, ну в принципе прямо просто, да? И все. И потом налево поворот. Все, теперь сворачиваем налево. Ну можно, кстати, вот здесь вот. Добежать до конца. Может быть что-то валяется. Нет, ни хрена тут нет. Плохо, что он быстро выдыхается. Он от этих чуваков распылителями вместо морды, наверное, вряд ли так быстро может свалить. Они местами довольно-таки шустрые. Так, вот туда надо. Ключ гаечный. И хилы еще. Отлично. Давай посмотрим, как тут пробраться. Я чуть-чуть перебежал. Нам сюда. Cedar Grove. Местная дурочка. Так, чтобы повиднее было. А в какую сторону тут бежать? Просто по дороге желательно, конечно. Ну, пустые локации. Ну, в принципе, есть резон, конечно, все это дело осмотреть. Вдруг что-то по углам валяется. Оружие тут, если ломается очень быстро, то его надо собирать почаще. Нет, пусто тут. Локации большие, как и говорилось, но, блин, они бестолковые вообще. Вот такой, черти эти ходят. Да, они шустрые. Если выдохся, то можно получить по морде. Заходим.
мы предприняли предупредительный шаг и назначили госпоже Эполинеум для того, чтобы предотвратить приступы. Я не люблю давать пациентам успокоительное, но когда она агрессивна, тра-та-та, становится опасной как для себя, так и для мужа и персонала больницы. Ясно. Кого-то пичкают снотворным, успокоительным и т.д. и т.м. мать его п. Так, ну по идее тут все, да? Второй выход. Пошли туда. Кто такая? Клавдия. You were at the fire. Вы были в огне. I saw you there. Я видел вас там. Of course you did. Конечно. That was my house. Горел мой дом. Burning. My daughter. Моя дочь, Алесса. You were the one who saved her. Yeah. Да, she was your daughter. Дочери. Why did you leave her? Почему? Why did no one help? Почему никто не помог? You all left that girl to burn. Бросили ее гореть. So we did. Верно. The world is stranger than you. Простой, как вы думаете. You're crazy. Вы не в своем уме. What happened to her? Что с ней случилось? Lisa said she was dead. Лиза сказала, что она Alessa погибла. Is with those теми, who care for her. Do not trust her, Travis. Не верь ей, Трэвис. She does not она know не знает, what что doing. Делает. How do you know my name? Откуда вам известно мое имя? Hey, answer отвечайте. Me. They're all crazy. Они все не в своем уме. Да, это определенно так. Догнал бы ее, не знаю, тряханул бы ее, зашкварник. Ну-ка, сука, отвечай. Что за хрень тут творится? Что за хрень тут творится? Так, а я... О, тут еще один этаж. Блин, ну охренеть. Кстати, там можно было сохраниться, давай-ка. Пока не поздно. Где-то тут. Вернемся назад. А где он? Ага, мне наверх тупо. Ну пойдем. Здесь ничего. Это как-то за ней, я думаю, идти. Она хоть и двинутая, но знает, куда идет. По крайней мере, так будет по сюжету. Это комнатушка. Торич. Ну давай. Посмотрим, что тут есть. Гора медицинских карточек. Мне интересно. Действительно. Патроны для спортивного пистолета. Вторые уже, кстати. Еще патроны. Это ампула, да, походу? Ну, традиционно уже. Ампулы раздают тут. Это еще есть. Ну куда-то смотрит. Отвертка для колес. Ну, видимо, отверткой можно биться. Так, вроде все, да? Он никуда больше не смотрит. Ничего не интересует. Дальше пошли. Так, лаундри. Это. Ну да, в принципе, как вариант. Еще одна дверь. Вон. Ну, значит, нам вот в этот большой коридор с дохренища комнат. Ух ты, ух ты, ух ты. Как карту отдалять? Вот так, да? Потом еще второе крыло. Блин, там действительно игра большая будет. Куча комнатушек просто. Закрыто с обратной стороны. Ну, слушай, это меняет дело. Тогда погнали. Просто тупо назад. Посмотрим пока все на первом этаже. Потом будем спускаться по лестницам и так далее. Кто-то лежит? Нет.
Это что? Нет. Только через вот эту херню можно пробраться. Фойе получается. Кто-то там слушает. Так. Ну, можно наверх сходить, посмотреть, что там за... А потом уже влево отсек идти. Ну, тут вот три двери. Правильно? Нет, не сюда. Вот сюда. Сверяемся. Тоже нет. Конец. Так, главный офис какой-то там, да? Или офис директора? Это записка. Доктор Гаррис, наши маглаи снова сделали это. В этот раз они поглотили чертовы ключи от архивов у подвала. Проглотили? Странно. Не беспокойтесь, Гарри поместил господина Маглая под опеку. Я собираюсь забрать госпожу Маглаи. Мы заставим их выплюнуть ключи. Эта работа была бы великолепна, если бы не касалась пациентов, Клем. Закрыто. С левой, с правой стороны, как будто там куча-куча народу разговаривает. Там как будто собрание какое-то где-то. Угу. Ну все, тогда двигаем дальше. Вот сюда. Закрыто. Полкомнаты, причем как-то открыто будет. Да, посмотрим повнимательнее. Ограждено полкомнаты. Выход один, да? Да. Куколка и пистолет. Спортивный весь. Куклы не хватит жить? Я тоже не взял, но как это страшно. Картотека. Так, давай-ка посмотрим. Картотека тоже мочиться можно. Отвертка до колес, да. Просто отвертка, конечный ключ. Ну, это всякая фигня. В принципе, последнее то, что я собирал. Ничего такого я не это. Предметов не взял, только вот отрывок будущего. Давай мы его изучим. Тетрайдер с надписью «Будущее». Так тяжелее, чем кажется. Хорошо. Так, ну в принципе-то все. Куда можно выходить? Прямо. Ну и отлично пока, в принципе-то. Значит, левый отсек вообще не попасть. Ну, значит, мы что, идем на этот, как он нам... Ну, с правой стороны, скорее всего, все откроется. Надо, короче говоря, подниматься по лестнице или опускаться. Значит, идем в противоположную сторону. Сразу же двигаем к лестнице. Тут без карты, с такими здоровенными локациями, просто никуда. Инвалидное кресло, никогда бы не пользовался таким. Ну да, дай бог каждому, чтобы не знать эту хуйню. Ну все, в принципе, просто прямо и все. Давай вниз, короче, сначала спустимся. Посмотрим, что есть в подвале у нас. Розеточки. Вон тут еще какое-то кресло стоит.
Патроны для спортивного пистолета, это хорошо. Еще один ключ. Ну, если столько ключей наваливают, значит, они будут часто тоже ломаться. Ну, как и все предметы. Тут ничего взять не хочешь? Вот, все, хана. Бумажоночки, записочки. Возле кресла что-то лежит. Нет? Ладно, давай зайдем. Закрыт. Значит, пойдем на треть. Особо не разгуляешь. По крайней мере, пока. А если потом будут локации расти в геометрической прогрессии просто. Тогда в конце посмотрим, что тут. Вот тупик. Двухэтажная больница. Не трех. Новый моб какой-то, прозрачный. Давай подеремся. Как его мочить? Эй, чувак. Блин, он больно лупит-то. Стой. Да, надо было так его и хлопнуть. Тупо вырубаешь свет, короче, и все. Ну, давай по правой стороне пройдемся. Как вот я пошел, так я и пошел. Кстати, таких мобов, по-моему, еще не было, которые прям тебя мочат, если свет не вырубишь. Спортивные патроны. Ну давай тогда, короче говоря, вот это дело используем. Это я хотел еще. Погоди, вот это. Нет, она не хилит. Жаль. Раз. Два. По карте. Storage. Просто коридорчик. Давай сюда зайдем. Кто там нападает? Медсестра? Добивай. Ну, подпни ее. Тупец стоит. Так. Бутылка алкоголя. Вторая. Ну, они одноразовые такие штуки, я так понимаю. Просто грохнуть ее в башку и можно, как бы, и все. Картотека, видимо, какая-то у них. Везде каталочки стоят. Патроны к дробовику даже, ни хрена. Давайте дробовик мне. Аптечка. Есть еще что-нибудь? Выходим. Так, где я качаю? Очутился. Давай по прямой подергаем дверь. У нас ничего же нету. Короче, он поворачивает на голову на предметы, которые можно взять. Поэтому, стой, надо прям внимательно следить, когда он башку повернет. Иногда, дело в том, что проблема, он иногда голову поворачивает на двери, которые просто можно пользоваться. Сюда ты запутаешься, так-то. Так, направо получается. Но еще надо в став лаунж зайти в эту комнату. Закрыт. Хорошо. Так мы, получается, таким образом мы окажемся в большом, да, этом коридоре. Блин, тут их трое, да, по-моему, носится.
Ну, вторая ползет. Давай, допинывай. Так, блам-блам-блам. Да давай, наверное, вот эту пишущую машинку долбанем огнем. Она будет у меня в инвентаре оставаться. Вот так. Сразу же. Да давай палку, наверное, да. Обуем, так сказать, оденем. Там еще кто-то. Вот она, третья. Все, палка вообще на одноразовая, короче, тоже. Три удара, палки нет. Все, кончились, тетя? Кто-то похрюкивает. Ладно. Стоять. Так. Ящик тоже ударный. А, давай, что. Вот так. Падай. Че, не дошло до нее? Ящик еще более бесполезный, чем машинки и телевизоры. Ну ладно. Так, давай что-нибудь экипируем хотя бы, правда, да? Картотека. Давай ее одень. Пускай будет. Короче, одноразовое оружие, наверное, надо сплавить, чтобы инвентарь не затирать. Это все как-то будет, это печально. Давай, обходим комнаты. Первое. Завалено. Напротив тоже. Ну давай дирс офис вот это заглянем. Директор офис закрыто. Теперь надо бы наверх. Архив там, лаборатория. Туда, короче. Закрыто. Тоже. Тоже. Ну, уже лучше. Так, отсюда я пришел. Чик-чик-чик. И потом вот ТВ-вард. Вот сюда, короче. Это как выходим и направо. Кто здесь? На какой-то дыхательный аппарат похоже. Что такое? Не использовать. В свете недавних событий я запрещаю любое использование аппарата искусственного дыхания. Это касается всего медперсонала, в том числе и старших медсестер. К смертям пациентов во время терапии нужно отнестись со всей возможной серьезностью. Я не верю, что кто-то совершенно случайно перегрузил все вентили на оборудовании. И поэтому, пока не будет проведено тщательное расследование, я вынужден предположить, что само оборудование неисправно. Эти меры предосторожности очень важны. Мы должны заботиться обо всех своих пациентах, даже неизлечимо больных. Доктор Харрис. Хорошо, доктор Харрис. Я вижу что-то металлическое внутри через окошко. Там, короче, ключ какой-то. Похоже на панель управления аппаратом. Подожди, давай мы сначала посмотрим. Еще же там есть коридор, правильно? Да, как дурак с этим ящиком бегаю. Вот по прямой, давай, вот эту комнату дернем. Закрыто. Тут. Ну, отлично. Значит, нам только туда. Давай посмотрим, что за аппарат. Здесь ничего интересного. Со второму, ну тут. Этим не пользовались много лет. Ладно, давай. Смотрим. Короче, надо его, судя по записке, надо его как-то перезагрузить. Перегрузить, точнее. Раз. Два.
Так, подожди, получается первое, третье, по логике вещей пятое. Так, перегруз пошел. Раз. Все. Что-то выпало из аппарата. Ну, не очень сложная загадка. Аппарат искусственного дыхания пустой. Берите ключ. Я не успел прочитать, от чего. Предметы. Ключ к подвалу. Байсмент. Железный ключ, покрытый грязь бирка, гласит доступ в подвал. Так, значит, выходим отсюда. И вообще, типа, надо выходить назад к лестнице, к этой, получается. Так, тетеньки, ну, я думаю, пошли они в жопу, а вот этого чувака, который больно дерется, надо вообще свет выключить. Давай по карте. Вот отсюда выходим и сразу на лестницу. Аккуратно себя ведем. А, они даже не агрятся на меня. И, в принципе, без фонарика все видно. Лучше лишний раз его не врубать. По прямой. Подвал. Эй, камера. Все, потыкали. Попробуем открыть эту комнатушку. Если был, давай сохранимся. Либо что-то на первом этаже открывает этот ключ. Там есть пару комнат. Красным подчеркнуты просто. Либо действительно подвал. Эй. Да, отлично. Подвал-то открыли. Там чья-то жопа, короче, виднелась. Что-то мне сдается, эту штуку не получится грохнуть этим ящиком. Он довольно-таки большой монстр какой-то. Больше коридор. Ни хрена себе. Ну давай по правой стороне и пойдем. Че, надо это, короче, его как-то завалить. Куда он там уполз? Ну и вот это сторож заглянем. Где он? Я же не вижу. Эй! Вверху жопой ползает. Подкрадемся и долбанем сзади. Прям стелс. Да ты догонишь его, нет? И все, такой большой монстр с одного удара вырубился. Ну давай что-нибудь оденем. Рукопашно. Палку возьму. Самое бесполезное, сначала оружие надо сплавить, я думаю. Коридоры. Давай, сторож, да, и по прямой. Выходим отсюда. Сторож, да? Ломан замок. Давай дальше. Есть пайп-рум.
Да, посмотрим, что это такое тут. Вода течет какая-то. Ну, похоже на коллектор канализации. Вся канализационная вода стекает сюда. Стоит ужасная вонь. Ну, по логике вещей, надо что-то закрыть, перекрыть. Да? Либо во что-то ее набрать. Канализационную эту воду. У нас есть какие-то предметы? Бутылка алкоголя. Это рукопашные предметов, то что, ни хрена не осталось. Ну давай-ка не... Бутылку алкоголя применить, попробовать. Сейчас мы туда нальем бухло. 1,5 литра в дребезге. А нет, нельзя его применить. Хотя подожди, а диджи, ну да, точно. Идея, конечно, пустая, но вдруг, вдруг это надо, чтобы потом не возвращаться. Да, просто просрал бутылку бухла. Спасибо. Будем знать. Пошли с палкой отсюда нахрен. Надеюсь, там этот здоровый моб не ожил. И валяется, все нормально. Я смотрю, тут как-то прям в самом начале локации оружие наваливают. А потом типа иди в жопу. Так, да, поверху, наверное, мы пойдем сейчас. По другому верху и с левой стороны, по идее, все должен пройти по кругу. Так. По дороге у нас только лестница будет. Нам нужно будет повернуть налево. А? Здрасте. Да чего они меня бесили, блин, во второй части? Уроды эти. На пороженьки. У меня вообще такая есть. Ну, хотя бы тут один. Слава богу. Ну все, больше. О, ничего нету. Давай топор возьмем. Надеюсь, его подольше хватит. А здесь у нас... Стейрс, это значит лестница. Просто старый ржавый плавкий предохранитель. Дверь завалена. Придется в обход, значит, идти. Это тут ничего такого не взять. И назад. Мне сдается, потом... эти канализации еще ниже будут спускаться. Хрен знает, на сколько этажей. Так, просто вниз и налево. Направо. Вот сюда и направо. Там кто-то ходит. Вот сюда заглянем в комнатушку. Куда-то он смотрит. Патроны, да? А, да, пистолета. Для спортивного пистолета. Это типа пистолет для спортивной стрельбы просто. Значит, он, по идее, должен быть слабым. Не безубойной, особой силы. Если логически так судить. Больше тут брать нечего. Вот не видно, когда он далеко там башком поворачивает, нет. Пойдем дальше.
Давайте по очереди подходите сюда. Опа. Там еще за углом, да, кто-то? Его плохо, конечно, видно, но зарубим его сейчас нахрен. И добивай. Добивать надо его? Да, значит, они меня видят все-таки, когда я начинаю атаковать. Да, и все, завалили. Печалька. Хреновенькое. Применяем. Здесь я пока еще не был. Ну как бы был. Закрыто с обратной стороны. Ну, по идее, тут две комнаты, большой длинный коридор. Я вот не помню, там я брал что-то, нет? Стоит ли туда идти? Тут, по-моему, ни хрена полезного, да? А. Давай мы отметим эту канализацию, вдруг она будет квестовой какой-то. Где она? Нет, она вообще никак не отмечается. Может быть, просто она течет и ничего ты с ней не сделаешь. Не знаю пока. Ну все, вперед. Вперед, наверх. Пробежаться быстро по этому коридору. А ямба? А нет, я думал пробежал. Я думаю, там может быть все-таки ствол использовать. Ну и давай, по жопе ему, давай, по голой. Все. Два удара и холодных. Одеваем. Кисачок. И поехали рубить. Возвращаемся обратно. Кстати, вот я не знаю, блин, дернуть эту дверь. Может быть, то есть сюда вообще никак даже не пройти. Нет, можно. Неизвестно где вы. Это, наверное, больница. Я, получается, поднимусь с подвала на второй этаж больницы. На первый этаж, получается, и возможно вылезу где-то в другом крыле. И локации тут, правда, очень огромные. Просто если это даже вторая только локация в игре, то будет жоп. Врубаем сразу свет. Здесь у нас патроны. Я думаю, может быть, ствол схватить до этих чуваков, перевалить с пистолета. Давай, наверное, так и сделаем. А то что-то больно их много. Вот так вот попробуем.
Беда в том, что их плохо видно еще. Но они сейчас слетятся все. Все втроем. Давай, подходите кто-нибудь. Где вы? Понятно. Шесть патронов на одного. Блять, я же не вижу, он живой, нет? Только в темноте можно замочить. Вот в чем проблема. А сука. Где он? Все, подох. Все три пачки, наверное, уработал. Давай, хилимся, короче. Чем есть. Коцали конкретно. Буквально один удар остался и все. Так, ну все, по идее гавриков этих больше быть тут не должно. Дверь завалена. Надеюсь, они вообще не зареспаунятся. Бойлерные. А, ну получается, что, мне в этот коридор вообще типа не попасть? Только идти по левой стороне, либо в бойлерную. Ну, давай в бойлерную заглянем. Может, что-то можно тут запустить. Палочка, выбирай. А, завалена бойлерная ваша. Пошли тогда в левую сторону. Но получится, да, лежит? Патроны. А вот там, возле бойлерной, по-моему, тоже что-то валялось. Нет, кажется. Предметы некоторые сливаются с полом, поэтому плохо их разглядеть. Замок сломан. Тогда это немного упрощает. Тупо вниз на лестницу и все. Но мне кажется, потом не зря они прорисовали все прям локации. Потом надо будет сюда возвращаться еще раз. Либо с другой стороны это все дело обходить. В гадалки не ходи, такая херня будет. Ну, естественно, и враги будут все на месте. Как же без них-то? Есть резон, конечно, под ноги прям смотреть. Потому что могут валяться патроны неприметные. Там вроде что-то, да, лежит? Нет. Нет билет. Ну да, я, получается, с другой стороны больницы просто перешел. На левую сторону. Первого этажа. Сохранение, нет, ничего. Закрыто. Ну, пошли на второй тогда. Ставится будова, нам по спидрану, блин, проходится часа за два, наверное. А так, когда их локации не знаешь, естественно, будешь долго ходить. Так, препрум. Ординаторская. Где вообще? Ага. Ну вот как раз там я и вышел. Ну и пойдем, значит, вот так вот все исследовать потихоньку. Закрыто. Там еще кто-то ходит. Ну, камера-то что, переключаться будешь? Так, это тетки. Иди-ка, женщина, сюда. Два удара.
Ну, третий на добивание. Ну, короче, два. Ну, добивай. Все. А какие двери? Я какие-то пропустил уже по-любому. Закрыто. Прям по коридору, короче говоря. Главное ничего полезного не пропустить. Это будет обидно. Ага. Что за телефон? Можно взять, позвонить, вызвать помощь. Нет. А, я туда не хотел. Назад. Блин, да еще представить вот так вот. Если это все еще обходить в альтернативной реальности. Жесть какая. Так, ладно, я хотя бы отметил то, что зеркало. Оно теперь появится на карте. Надеюсь, там все будет закрыто. Ладно. Закрыто. Кто-то купается? Что-то случилось. Металлическое. Ничего интересного, кроме ужасно пахнущих полотенец. Угу. Давай, наверное, сначала мы сохранимся, а потом будем кнопочки разные нажимать. Это все чревато. Как-то зловеще появляется у нас... Это херня с сохранениями, окошко. Тут поезд какой-то едет. Так, ну он больше, в принципе, никуда не смотрит. Давай, дернем эту кнопку. Не знаю для чего, но... Управление дренажом. Здесь стоит ли нажать? Давай, конечно, стоит. Угу. Ключ теперь в канализации. Я понял. Я понял, куда идти надо. Сейчас эти сволочи все будут назад выбираться наружу. Ну, в смысле, заново, короче, придется всех валить, могут зареспауниться. Так, канализация у нас получается... Я примерно вспомнил. Так, Permail Therapy, давай вот этого, короче, посмотрим. Можно ли тут войти? Нет, направо. Вернее, налево. Так, ну все, тут закрыто. Я думал пробежать, что ли, этих семи сестер. Каждую долбить, блин, оружия не хватит. Я думаю, до свидания, тетя. Все равно потом я к зеркалу к этому по-любому надо будет идти. Там мы ее обратно и встретим. Надеюсь, ключ не в альтернативной реальности укатился. Я все правильно иду. И вот сюда. East Pipe Room. Там вот моб шаровебился со здоровенной жопой такой. Или это другой коридор? Да, другой. Интересно, от чего это ключ?
Ну, он же где-то тут должен быть. Зашибись. Че, его тут нету, типа? Я думал, он тут. Либо он еще ниже укатился. Там, в самую черную червоточину мира, блин. Ну тогда что у нас, по идее, по карте? Поднимаемся наверх. И перебираемся в альтернативную реальность. Возможно, он где-то там. Хотя вообще по логике вещей ключ тогда укатиться не мог. Ну, типа, с одной реальности в другую. Как-то не канонично, что ли. Типа, в какой реальности ты был, там его и найдешь. Хотя... Это же, блядь, Silent Hill, то вообще все что угодно возможно. Так у нас по локациям вроде ни ванн, ни стоков я никаких не замечал. Так. А там тетка орет. Нам нужно, получается, во вторую дверь с левой стороны. Левая сторона. Раз. Сюда. Да. Все остальное закрыто, по идее. Где зеркало-то? Вот он. А там отражение изменилось, да? Там же ничего красного у меня не стоит за спиной. Что это такое? Патроны для пистолета. Ну, спасибо и на том. Да никак. Да. Ну вот эти все комнаты могут быть теперь открыты. Будем обходить, что делать? С какой стороны ждать прихода? Вот он, входит. Сучара. Ну, давай-ка мы вот эту сначала сторону обследуем. Блин, там еще один. Пока я думаю, есть пистолет, лучше воспользоваться. Минус один. Где второй? Он рядом. Они медлительные, конечно. Но их плохо видно. Все. Подохли оба. С ними, наверное, блин, рулить без огнестрела. По старинке, так сказать. Потому что патроны тут будут давать нечасто. Сломан. Так, ну, можно, в принципе, выход на лестницу проверить. Да, придется вниз спускаться в любом случае. Или... Возможно, вниз, еще на первый этаж. Там обойти все. Где-то вот тут дверь. Тоже закрыта.
4 двери еще. И бухлишка мы нахватим. У меня комнату пропустил, да? Нет. Две штуки в углу. Вот тут. Раз. И вторая. Не, ну просто полная жопа. Локации очень огромные. Ну, тут в основном все закрыто. Тем как бы и лучше, конечно. Меньше вариантов, куда сходить. Херня, привык. Так, где-то здесь ход на первый этаж. Что это? Блин, надо сохраниться. Я не знаю, сначала стоит подвал переместиться лучше. Типа там ключ поискать. Ладно, пойдем первый этаж обойдем. Сейчас тут пустят в этот коридор, где А3, А2 и так далее. Без понятия. Угнетающие строки написаны на двери. Когда я смотрю на них, мне хочется опустить голову. Что-то надо туда вставить. Что-нибудь полезное. Так, чуть-чуть надо развернуться. Здесь вот еще одна дверь какая-то. Вот эта. Слава богу. Я всегда ненавидела тебя. Тебя и твоего сына. О боже, Елена, моя милая Елена. Ты действительно мертва. Что мне делать? Я так понимаю, флешбэк, да, какой-то был? Чувака еще и глючит периодически. Симпатично. То есть у меня мало еще альтернативной реальности с всякими монстрами. Мы сейчас его еще и заглючим до кучи. Пустой ящик. Как-то по атмосферности он больше вторую часть этой группы напоминает. Единственное, что... Много оружия, которое ломается. Вот это вот не очень, конечно. Патроны. Патроны — это хорошо. Так, ну по идее все, выходим отсюда, да? Через эту дверь. Так, мужик, пошел нахер от меня. Атакуй. Все, до свидули. Еще один вроде, да, вон там ходит. Так, давай-ка мы сюда зайдем. Слушай, можно в альтернативную реальность сдвинуть. Сортир весь в проволоке. Колючий провод протянулся по всей палате. Палата-то это сортир. Какая-то нахрен палата. Да чё, чувак. Кстати, выглядит холодно и темно под решеткой. Может, сюда куда-нибудь ключик упал, не? Он и нож. Так, я отмечу на карте, да? Угу. Давай мы отсюда выходим. Где ему надо еще в подвал сбегать?
в матрону эту надо зайти. Все, по идее. Так, чик-чик-чик. Давай спустимся еще ниже. Еще ниже, и там посмотрим, можно ли добраться до подвала. Если нет, тогда перебираемся в альтернативную реальность. И все. Ладно, будем эту серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.